пишут что-нибудь в сети? Так, коллеги, похоже, стрим удалось реанимировать с некоторыми усилиями дополнительными. Я сменила канал, посмотрим, может быть, на нем пикселизация будет меньше, хотя в целом у меня какое-то такое неприятное впечатление. Ладно, значит, скажите мне, коллеги, как у нас сейчас видимость, слышимость? Достаточно хорошо, чтобы можно было работать? Да, FV, добро, видите, тут пришлось немножко попререкаться с приложением Twitch, но вроде бы он согласился поработать подальше. Видно, слышно. Мегстрон, спасибо большое. Ну хорошо, тогда, собственно, если вопросов нет, то давайте переключаться на новый материал. Сегодня на повестке дня у нас с вами хроматика. А если быть более точной, то вершинная раскраска графов. Понятие хроматического многочлена. Значит, на самом деле, это очень приятная, на мой взгляд, очень симпатичная, интересная часть разговора о графах. Дело в том, что это нежно любимая мной ситуация, когда пригождаются инструменты давно и заботливо нами подготовлены. Ну, если быть более точной, то в задаче о построении хроматического многочлена у нас с вами будут два основных инструмента. Первый – это теорема о редукции, которую мы сегодня сформулируем, а второй – это комбинаторные методы. Ну вот, те, кто слушал меня в прошлом семестре, у тех запас этих самых инструментов не то чтобы очень велик, но тем не менее некий ассортимент имеется. Что касается гостей, то я, в общем, надеюсь на то, что тоже некоторые общие представления комбинаторики у вас есть. Ну, начнем мы, как всегда, с блока определений. Значит, я написала в заголовке «вершинная раскраска графа». Очевидно, это означает, что красить мы с вами будем вершины. Естественным образом бывает реберная раскраска, когда красятся ребра. В рамках практических занятий по этому курсу реберная раскраска не обсуждается. Поэтому, начиная вот с этого момента, я перестану говорить «вершинная раскраска», буду говорить «просто раскраска». А вы, пожалуйста, помните, что я имею в виду именно вершинную раскраску. Итак, определение. Раскраска графа называется «правильный». Раскраска графа называется правильной тогда и только тогда, когда две любые смежные вершины разного цвета. Называется правильный, если любые две смежные вершины, то есть две вершины, соединенные ребром, имеют разный цвет. Ну, очевидным образом, правильная раскраска всегда существует. Например, очевидно, что если мы с вами раскрасим все вершины в разные цвета, то это, конечно, нам подойдет. Поэтому вопрос о существовании правильных раскрасок, он такой очень тривиальный.
количество правильных раскрасок может быть для фиксированного графа при фиксированном же количестве цветов. Ну вот на эти вопросы мы с вами сейчас последовательно и будем отвечать. Прежде всего, пусть у нас есть граф G. Мы будем называть хроматическим числом для графа G и обозначать через хи от G минимальное количество цветов, в которое граф G можно раскрасить правильно. Хроматическим числом и обозначать через хи от G минимальное количество цветов, в которое граф G можно раскрасить правильно. Ну, давайте приведем какой-нибудь простенький пример, исключительно, чтобы это все не подвисало в воздухе. Ну, давайте, скажем, вот такой граф нарисуем. А, Б, С, Е. Вот такой граф. Давайте на него посмотрим с точки зрения возможной правильной раскраски. Ну, действительно, первую вершину, которую я покрашу, может быть любого цвета. Ну, вот я постаралась сделать ее зеленой. Кстати, коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас обвела вершину Е зеленым маркером. Видно, что он именно зеленый, или видно просто, что есть второй обвод, а цвет не различить? Видно, что зеленый. Видно, что зеленый. Wall of the Great? Нет, все не так просто. Хотя идея ваша понятна. Ага, ТРВДР, спасибо. Значит, вершина Е смежно с вершиной А, это означает, что эти две вершины обязаны быть разного цвета. Теперь у меня появляются вершины, смежные с А. Они не могут быть одного цвета с А. Ну, давайте одну из них я покрашу в тот же цвет, который была окрашена Е. Я могу это сделать, вершины Е и, скажем, Б между собой не смежны. Это прекрасно. Но теперь у нас появилась вершина С, которая смежна одновременно с красной и зеленой вершинами. Это означает, что у нас с вами, появляется необходимость в третьем цвете. Ну, пусть он будет синий, да, просто потому что у меня цветных маркеров только три. Замечательно. Теперь вершина D, последняя оставшаяся неокрашенной, смежна с зеленой вершиной B и больше ни с чем. Это означает, что она может быть любой не зеленой. Ну, красный или синий в данном случае, неважно. Ну, давайте я раскрашу ее в красный цвет. Вот мы с вами привели пример правильной раскраски на этом графе и заодно доказали, что конкретно для этого графа хроматическое число равно тройке. Поскольку здесь имеется полный подграф клика, да, Wall of the Great, размера 3, это означает, что минимум 3 цвета мне понадобится. Значит, коллеги, обратите внимание, Wall of the Great задал такой вопрос. Верно ли, что количество цветов равно размеру максимальной клики? Не совсем, но кое-какое разумное соображение в этом вопросе содержится.
его можно интерпретировать как, ну давайте сделаем замечание. Давайте рассмотрим граф КН. Полный граф на n-вершинах. Очевидным образом, для того, чтобы раскрасить этот полный граф, мне потребуется n цветов. Ну, потому что, поскольку любые две вершины смежны, это значит, они должны быть разного цвета. Поэтому для полного графа хроматическое число просто равно n. А вот если у вас есть граф, у которого максимальная клика имеет вид КН, это означает, что хроматическое число не меньше N. Вот равно ли? Это вообще-то нужно проверять. Ну, кстати, если хотите, можете попробовать либо убедиться, что это действительно так, либо построить контрпример, ну и потом рассказать, показать мне нам решение. Вне зависимости от того, расскажете вы его или нет, то, что вы будете над этим размышлять, это хорошее содержательное упражнение. Итак, вот мы с вами построили правильную раскраску для какого-то несложного графа. Обратите, пожалуйста, внимание. Да, добрый день. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что даже на таком маленьком примере уже видно, что вопрос о количестве правильных раскрасок, он имеет смысл. И не только с точностью до перенумерации цветов. Это вопрос содержательный. Соответственно, мы с вами сейчас будем, ну, по большому счету, да, из глобальных соображений, обсуждать, сколько различных раскрасок, правильных, конечно, сколько различных правильных раскрасок существует для, ну, некоторого фиксированного графа. Ну вот, для ответа на этот вопрос нам сейчас придется ввести понятие хроматического многочлена. Секунду. Да нет, сейчас я уберу эти паразитные блики, честно. Значит, введем понятие хроматического многочлена. Так, коллеги, для того, чтобы это сделать, мне, естественно, потребуется доска. Традиционный вопрос, прежде чем доску освободить. Есть ли какие-то вопросы? Пока что мы сделали очень немного. Просто ввели понятие хроматического числа, ну, определили правильную раскраску, нарисовали какой-то маленький, несложный, я бы сказала, примерчик. Есть ли какие-то вопросы по этой части или можно продолжать? Яку, вы, как всегда, откликаетесь быстро. Это для меня, безусловно, удобно. Спасибо большое. Хорошо. Тогда давайте вводить понятие хроматического многочлена. Значит, давайте сразу оговоримся. Определение я дам. Дальше я сформулирую некоторое количество свойств. Эти свойства я доказывать не буду. Не буду по следующей причине. Времени у нас несколько меньше, чем мне бы хотелось, собственно, как и всегда. Поэтому доказательства свойств я все-таки в основном оставляю на лекции или самостоятельную работу. Как всегда, если вы хотите все-таки что-то подоказывать вместе со мной, ну или, скажем, вы что-то доказали сами и хотите показать результат мне, есть два варианта. Вариант первый. У моих групп по субботам в 5 вечера проходят консультации в Zoom. Вариант второй. Можно написать мне здесь в личные сообщения и попросить назначить дополнительный эфир, ну вот на котором я разберу какие-то вещи, которые вас заинтересовали. Вот на прошлой неделе, в субботу, у нас был такой микроэфирчик, где мы обсуждали сложность алгоритма Брона-Кербоша.
Итак, определение хроматического многочлена. Определение хроматического многочлена. Пусть у нас есть, ну, какой-то граф. Давайте я сразу скажу, что у него есть n вершин. Мне это n потом, ну, скажем так, мне будет удобно его использовать. Так вот, давайте рассмотрим функцию. P с индексом g, которая будет действовать из множества n, но множество n с ноликом. Иногда пишут из множества n с ноликом, множество n с ноликом, это не очень принципиально. Нужно будет только решить, что мы будем иметь в виду под раскраской 0 цветов. Значит, функцию, которая делает следующее. Произвольному k, ну давайте я вам написать здесь из n, чтобы сейчас на этом не акцентироваться. Произвольному натуральному k ставится в соответствие количество правильных раскрасок графа g в k цветов. Количество правильных раскрасок g в k цветов. Количество правильных раскрасок g в k цветов. То есть значение хроматического многочлена в точке, в натуральной, это количество способов раскрасить наш граф правильным образом, вот в то количество цветов, которое мы подали на вход. Давайте сейчас сформулируем списочек из тривиальных, из простейших свойств хроматического многочлена. Почему я передумала писать слово «тривиальное»? Ну, потому что, вообще говоря, не все из них совсем тривиальны. Кое-где есть вещи, над которыми приходится немножко подумать. Итак, простейшие свойства, простейшие свойства хроматического многочлена. Да? Хроматические и характеристические слова не очень похожи, но бывают путаются. Хуже, наверное, только с полиномами Лежандра, Лагранжа, Лагерра и прочими на букву L. Итак, простейшие свойства хроматического многочлена. Простейшие свойства хроматического многочлена. Первое свойство выглядит следующим образом. Хроматический многочлен – это действительно многочлен. Это важное свойство, потому что вообще-то, если вы посмотрите на определение, там написано слово «функция». Да? Многочлен – это не просто функция, у него много отличных свойств, которые позволяют делать вещи для других функций, в общем, недоступные. Ну и на самом деле можно сделать оговорку, что это многочлен типа интерполяционный, но давайте, ладно, я комментарии напишу. Да, в этом месте основные два типа вам известны. Это многочлен интерполяционного типа и многочлен типа Тейлора. Ну вот, это многочлен типа интерполяционного. Свойство номер два. Степень хроматического многочлена совпадает с количеством вершин. Собственно, вот это вот n мне было нужно, потому что оно будет использоваться в описании свойств. Значит, это означает, что pgt от x, это значит ann xv плюс и так далее, плюс a1x плюс a с ноликом.
свойство номер три. Свободный член хроматического многочлена всегда равен нулю. Свободный член характеристического многочлена всегда равен нулю. Значит, наш многочлен имеет вот такой вид. Ну, из этого сразу же следует очевидным образом, что x равный нулю – это у нас корень. Да, это действительно так. Более того, его кратность тоже характеризуется некоторыми особенностями структуры исходного графа. PGT от x – это x, ну, неважно, в степени альфа, на h от x, где h от x – это многочлен, и h от нуля не равен нулю, да? Фактически здесь написано, что хроматический многочлен имеет 0 корнем кратности альфа, где альфа – количество компонент связанности в G. Итак, хроматический многочлен всегда имеет корень 0. Этот корень имеет кратность равную количеству компонент связанности в G. Ну, здесь я сразу же сделаю некоторое обобщение. Если G можно представить в виде объединения компонент связанности, то тогда хроматический многочлен для графа – это произведение хроматических многочленов для компонента. Если наш с вами граф разбивается на компоненты связанности, ну а, собственно, любой граф разбивается на компоненты связанности, другое дело, что их может быть одна, то хроматический многочлен будет произведением хроматических многочленов для компонента. Замечательно. Мы с вами еще не все выяснили про коэффициенты. То, что свободный член равен нулю, это прекрасно, но кроме этого, старший коэффициент равен единице. Это означает, что наш с вами хроматический многочлен – это x в n плюс a n минус 1 на x в n минус 1 плюс и так далее плюс a1 x. Коэффициент при n минус 1 степени по модулю равен мощности множества ребер. Здесь, наверное, сразу обращает на себя внимание тот факт, что я ставлю модуль коэффициента. Это наводит на мысль о том, что коэффициенты могут быть отрицательные, и это действительно так. Более того, коэффициенты нашего хроматического многочлена – знака чередующиеся. Многочлена знаки чередующиеся. Коэффициенты нашего многочлена знака чередующиеся. Ну, на самом деле, это почти все. Осталось сформулировать еще два свойства. Первое свойство довольно очевидное. Я думаю, что для того, чтобы его записать, я сотру определение хроматического многочлена. Первое свойство довольно очевидное. PGT от, ну давайте, K не отрицательно для любого K. Причем PGT возрастают.
понятно, вернее, не убывают, да, возрастают, это все-таки не совсем правда, а вот не убывают, это правда. Наш с вами многочлен – это неубывающая функция. И минимальная k, ну давайте, пусть это будет k1, такое, что pg в точке k1 строго больше нуля, это в точности хроматическое число. Число, которое мы с вами определяли в самом начале пары, это как раз такой минимальный аргумент, что значение в нем хроматического многочлена строго положительно. Так, ну и последнее свойство, свойство номер 10. Кстати, коллеги, я поняла, что вот в начале, когда мы с вами говорили о хроматическом числе, я забыла упомянуть одно свойство. Ну, сейчас тогда мы с вами закончим с вот этими свойствами, а потом вернемся на полшага назад, и я это свойство все-таки упомяну. Значит, свойство номер 10 заключается в следующем. Мы с вами где-то вот здесь выяснили, что для хроматического многочлена 0 – это всегда корень. Причем кратность этого корня соответствует количеству компонент связанности. Вот нечто очень похожее можно сказать про единицу. Сейчас увидите, почему очень похожее. Значит, многочлен PG от x можно представить в виде x минус 1 в степени бета на, давайте, r от x, где r от x многочлен r от единицы не равно нулю. Здесь важно заметить, что бета из n с ноликом. Вообще-то бета может быть нулем. Мы даже с вами пример такой очень скоро увидим. Если кратность корня 0 нулем быть не может, 0 корень вообще всегда, то кратность корня единицы нулем быть все-таки может. Редко, но может. Собственно, скоро мы увидим пример. Итак, единица почти всегда корень. Корень кратности бета. А бета – это количество блоков в графе. Ну и вот здесь мы с вами натыкаемся еще на одно слово, которого я вам раньше не говорила. Слово «блок» применительно к графу. Сейчас мы с вами просмотрим формулировки всех остальных свойств. Если по ним будут вопросы, я на них отвечу. Если вопросов не будет, то вот эту вот нижнюю часть я сотру и определю, что такое блок. Этого слова у нас не было, а слово очень полезное. Ну, потом, соответственно, я сформулирую то утверждение, которое должна была сформулировать, говоря о хроматическом числе, вот то, что я забыла. Ну, а после этого мы перейдем к техническим деталям. Так, коллеги, по формулировкам вот этих 10 вопросов, кроме того, что 10 свойств, кроме того, что я не определяла вам понятие блока. Есть какие-то еще вопросы? Значит, формулировки всех этих утверждений довольно короткие. Доказательств я сейчас не предлагаю, но это мы с вами обсуждаем. Так, отлично. ТРР, ВДР, ФВ, добро. Всем все понятно. Это совершенно волшебно. В таком случае, что ж такое блок? Да, кстати, коллеги, если вдруг это слово вам знакомо с лекции, напишите мне, пожалуйста, в чат. И тогда я вместо того, чтобы формулировать сама, могу попросить сформулировать вас. Это, конечно, всегда очень полезно, если даже у вас есть какие-то смутные представления и воспоминания о том, что такое блок в графе. Ну, это было бы отлично. Попадалось уже такое слово? Или сегодня мы с вами произносим его впервые?
чтобы понять смысл 10-го свойства, нужно знать, что такое блок в графе. Я этого определения пока не давала. Ну, соответственно, я планирую сделать это сейчас. Но если вдруг этот термин вам знаком, то, пожалуйста, скажите мне что-нибудь. Ага, Макс Икс Яку говорит, что такого слова не помнит. Ну, скорее всего, если бы вам это слово говорилось, вы бы его запомнили, потому что понятие это довольно содержательное. Ну окей, давайте тогда, значит, определим. Пусть у нас есть граф. Давайте рассмотрим вершину W. Мы будем называть вершину W сочленением в графе G. Тогда и только тогда, когда у графа, из которого выбрасывается эта вершина, ну и, естественно, все инцидентные ребра. Компонент связанности больше, чем в G. Значит, сочленение – это такая вершина, обладающая свойством, если эту вершину убрать, ну и, естественно, убрать все инцидентные ей ребра, то граф развалится на большее количество компонент связанности, чем у него изначально было. Очень грубо говоря, сочленение – это примерно как мост в графе, только мост – это ребро, убрав которое, мы получим граф, распавшийся на большее количество кусков. А сочленение – это вершина с таким же свойством. Вытаскиваешь вершину, граф разваливается на большее количество кусков, чем было раньше. Ну так вот, а блок, в свою очередь, а блок – это максимальный по включению под граф без сочленений. Блок – это максимальный по включению под граф без сочленений. Вот, соответственно, единичка для хроматического многочлена будет корнем кратности, равной количеству блоков. Давайте приведем пример. Сейчас я попробую нарисовать что-нибудь не совсем убойное. Ну, давайте скажем так. Довольно разлапистый граф. Давайте с вами попробуем найти в нем блоки, ну и определить размеры этих блоков. Давайте сначала посмотрим на вот на этот ус, на ус НК. Понятно, что сам по себе этот ус, он, конечно, не имеет сочленений. Если взять под граф НК, он сам по себе не распадется, если убрать из него N или K. А вот если в подграф NK добавить любую из смежных с K вершин, то уже получится граф с сочленением. Если убрать вершину K, то вершина N останется в одной компоненте связанности, а добавленная где-то во второй. Поэтому NK – это совершенно точно блок. Это такой, значит, подграф, который сочленение не содержит,
но ничего к нему добавить нельзя. Коллеги, понятно ли, что вот эта подгравка 2, это действительно блок. Сам по себе сочленение не содержит, но если к нему попытаться добавить еще хотя бы одну вершину, будет распадаться. Замечательно. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот очевидно ли вам, что любой подграф, каждая из усов, которые здесь есть, H, I, и L, и J, M, будут обладать тем же самым свойством. Ну и на самом деле, естественно, я могла бы привесить не только вот такую конструкцию, да, ее можно с некоторыми оговорками обобщить на произвольное дело. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на вот этот вот трицикл А, Б, Е, который вот тоже привешен за вершину Е к нашему остальному графу. Понятное дело, что сам по себе подграф А, Б, Е сочленение не содержит. Поскольку это трицикл, ну, на самом деле просто цикл, то, что он именно трицикл, неважно. Если убрать из него одну из вершин, граф не распадется. А вот если к нему добавить, опять-таки, любую из вершин D, G, K, F, любую из вершин смежную с E, то сочленение в этом графе появится. Убирание E приведет к тому, что AB останется в одной компоненте связанности, ну а вершины, которые мы прицепили, в другой. Это означает, что вот это вот самое ABE, это тоже блок. Ну и, наконец, осталось все остальное. Вся остальная часть графа, которая уже очевидным образом устроена так, что какую бы одну вершину мы из нее не изъяли, он не распадется. Поэтому вот эта вот оставшаяся часть, давайте я ее обведу зелененьким, вот эта вот оставшаяся часть, тоже блок. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. При помощи тех свойств, которые мы формулировали, мы уже довольно много узнали про хроматический многочлен этого графа. Мы знаем, что у него степень 1, 2, 3, 4, 5, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мы знаем, что у него степень 13. Мы знаем, что у него есть корень 0 в кратности 1, потому что здесь одна компонента связанности. Мы знаем, что у него есть корень 1 в кратности 5, потому что в этом графе 5 блоков. Ну, про оставшуюся часть, давайте я ее буду обозначать P с индексом Q, мы пока что не очень много знаем. То есть можно было бы еще что-то вытащить из соображений того, что мы знаем, чему равен коэффициент при n минус первой степени, но это сейчас займет гораздо больше времени, чем разговор о том, как на самом деле имеет смысл искать хроматический многочлен. А вот что важно, вот эта информация конкретно для построения хроматического многочлена, она не очень полезна. А вот для проверки ответа очень даже. После того, как вы построили хроматический многочлен, проверить себя хотя бы по количеству компонент связанности и количеству блоков, а это просто, бывает очень и очень полезно. Хорошо. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы по десятому свойству, ну и, собственно, по определению блока? Потому что если вы, посмотрите, пожалуйста, Max X U, да? Вот у вас есть блок C, D, I и те ребра, которыми он приделан к графу. Ребра D, E и I, G. Вот я беру граф, вернее, подграф C, D, I и добавляю к нему, например, E. В таком подграфе C, D, I и еще ребро D, E
убирая вершины, вернее, убирание никакой вершины, вот этого подграфа, вот этот подграф распасться не заставляет. Вспомните, пожалуйста, определение блока. Да? Блок – это максимальный по включению подграф без сочленений. Да? Максимальный по включению означает, что него нельзя добавить ни одной вершины так, чтобы сочленение не появилось. К подграфу CDI очевидно можно добавить ребро DE, ну, вершину E и ребро DE, да, если быть совсем точной, так, чтобы сочленение в этом подграфе все равно не появилось. Поэтому он не блок. Собственно, почему блок, вот то, что я обвела зеленым? C, D, I, E, G, K, F. Как раз потому, что то самое рассуждение, которое я только что сформулировала, можно продолжать, вот пока мы не располземся на весь вот этот вот кусочек. Так, Макс X, E, Q. Стало ли понятно, ответила ли я на ваш вопрос? Нет, конечно. Сейчас, Макс, секундочку. Может быть, что-то с обозначениями. Нет, вполне может быть, что я что-то здесь вам с обозначениями неудачное сделала. Но если сделала, это сейчас придется просто исправить. Ну, исправим. Так. Секундочку. Да нет, все в порядке. Значит, смотрите, Макс, я сейчас нарисую картинку и, может быть, ну, сделаю врезку. И, может быть, станет понятнее. Значит, посмотрите, пожалуйста. Значит, давайте я возьму, ну, неважно, HI. Вот этот самый уз, с которого мы начали. Я могу прибавлять к нему вот здесь вот что угодно. Одно ребро, два ребра, привесить какое-то дерево, привесить какой-то цикл. Совершенно не важно, что здесь будет происходить. Что бы я сюда ни добавила, изъятие вот этой вершины приведет к тому, что наш граф распадется на две компоненты связанности. Вот одна и вот вторая. Теперь посмотрите, что происходит с вот этой частью. Значит, С, вот сейчас бы мне не запутаться в обозначениях, может быть, просто дело в том, что я не очень внятно это произнесла. Ну, если так, хорошо, что вы это заметили, значит, сейчас будем уточнять. Значит, Е, Ж. Что будет происходить дальше, уже не очень важно. Потому что, посмотрите, пожалуйста, если я рассмотрю вот такой подграф, у него, конечно, сочленений нет. Если я добавлю одну вершину, то сочленение, конечно, появится. Но если мы с вами добавим еще что-нибудь, то оно исчезнет. То есть получается, что подграф CDI включается в больший подграф, вот тот, который сейчас нарисован, ну, давайте я его обозначу как-нибудь, типа же в шапочке. И в CDI сочленений нет. И в же в шапочке тоже сочленений нет. Да, то есть дело не в том, что нельзя добавить одну вершину и соответствующие ребра, а в том, в принципе, есть ли подграф объемлющий, в котором тоже нет сочленений. И вот эти самые вершины Е, И, Ж и К, которые оказываются глобальными сочленениями для нашего графа, да, их удаление каждый раз
увеличению количества компонент связанности. Ну вот. Вот такая, собственно, история. Поэтому CDI – это не блок. Именно потому что… Да, нет, Макс, возможно, дело в том, что я здесь недостаточно точно сформулировала. Ну, очень хорошо, что вас это, что ваше внимание это привлекло, и у меня появилась возможность уточнить то, что было сказано не очень хорошо. Тут, как всегда, большое вам спасибо за внимание и точность. Это всегда хорошо. Да? Ну, вы, в общем, об этом знаете. Прекрасно. Так, коллеги, еще какие-нибудь вопросы про блоки, ну и про определение, про формулировку, прошу прощения, 10-го свойства? Еще какие-нибудь вопросы про определение блока и формулировку свойства номер 10? Значит, коллеги, пока вы обдумываете вопросы, значит, я вот смотрю, у нас с вами уже довольно мало времени осталось, из этого следует очевидный вывод. Помните, я изначально планировала собрать у вас последние ДЗ в это воскресенье, 22 числа. Мне довольно очевидно, что нужное количество времени на хроматические многочлены мы сегодня потратить уже не успеем. Поэтому давайте-ка считать, что у нас с вами срок сдачи не 22-го, а 29-го, ну, то есть у вас будет дополнительная неделя по сравнению с тем, что я изначально планировала. Ну, и мы сможем еще одну пару потратить на хроматику. Это явно имеет смысл. Так, ладно. Так что, коллеги, все-таки, что с блоками? Все понятно? Или есть еще какие-то вопросы, которые нужно задать, обсудить и так далее? Никита, спасибо огромное. Тогда, значит, за мной был микроскопический должок по хроматическому числу. Давайте я его все-таки вам верну. Значит, а должок, собственно, такой. Помните, под влиянием хорошего вопроса от Walk the Great я написала, что вообще, да, для любого натурального числа можно придумать граф, для которого это число будет хроматическим. Это просто полный граф на соответствующем количестве вершин. Так вот, это, конечно, правда, но есть важное замечание. Заключается оно в том, что если граф планарный, тогда на его хроматическое число есть очень жесткое ограничение. Для планарного графа хроматическое число не превосходит 5. На всякий случай я напомню, что планарный граф – это граф, который можно нарисовать на плоскости без самопересечений. Чуть-чуть более точно сформулировать это утверждение можно с использованием терминов изоморфизм графов и гомеоморфизм графов. Я сейчас подробно на этом останавливаться не хочу. Но что важно? Важно то, что вот оценка 5 – это довольно свежий результат. Те из вас, кто интересовался историей теории графов, наверняка слышали словосочетание «гипотеза четырех красок». Очень долго бытовала гипотеза о том, что любой планарный граф можно правильно раскрасить в 4 цвета. И вот пример, для которого меньше, чем в 5, все-таки нельзя, это что-то относительно свежее. Это, я боюсь соврать, 78-й, что ли, год, 80-й, не помню точно. Но, короче, это результат недавний. И минимальный пример, он типа на 2000 вершин, как-то вот так. Но, тем не менее, вот есть есть машинное вычисление, которое осуществила проверку, и таки да, действительно, есть пример планарного графа, который в 4 краски раскрасить нельзя, только в 5. Вот. Соответственно, если
К4. Да? Отличные примеры полных, но планарных графов. Хорошо. Теперь, коллеги, вот сейчас мы будем формулировать, наверное, самую важную в этой части теорему. Теорема о редукции. Иногда она еще называется теорема о стягивании. На всякий случай, да, я уже несколько раз это писала, значит, еще раз напишу. PGT от X – это хроматический многочлен для графа G. Вот я все время буду использовать это обозначение. Итак, пусть у нас U и V – это не смежные вершины нашего графа. Пусть U и V – это не смежные вершины нашего графа. Тогда хроматический многочлен нашего графа G можно представить в следующем виде. Это хроматический многочлен графа, который получается из нашего добавлением ребра УВ. Понятно, что если вершины были не смежные, то значит ребра УВ там не было. Вот это граф, который получится из нашего, если туда это ребро добавить. И второе слагаемое. Это хроматический многочлен графа вершины U и V склеить в одну. Итак, коллеги, вот это самая важная теорема в разговоре о характеристических многочленах, ну, если речь идет о какой-то практически применимости локально. Понятно, что глобально говорить о самых важных теоремах, ну, наверное, глупо. Сложно сравнивать, я не знаю, теорему Пифагора и, скажем, теорему Эйлера из теории чисел. Они принципиально разные. Но вот в той небольшой области, которую мы с вами обозрим сейчас, это самая важная штука. Значит, давайте я еще раз напишу, что вот это такое. Значит, PG объединить UV – это граф, который получится из G добавлением ребра UV. Добавлением ребра УВ. А что такое граф ПЖ, а дальше УВ в кружочке? Это граф, полученный из нашего склейкой вершин У и В. Мы добавили ребро, которого не было между двумя существующими вершинами, а в другом случае склеили две вершины в одну. Ну, естественно, ребра при этом оказались инцидентными новой вершине, те, которые были инцидентны У и В. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, про доказательство этой теоремы я сейчас ничего говорить не буду. Это хороший, содержательный, не очень сложный факт. Соответственно, как со всеми фактами, про доказательства которых я сейчас ничего не говорю, их можно вынести на консультацию, либо доказать самостоятельно и рассказать мне и коллегам потом. Да? Вот сейчас я вам никакого обоснования этого факта не предлагаю. Времени нет. Из этой теоремы, из теоремы о редукции, есть
следствие. Из теоремы о редукции есть следствие. На самом деле не менее важное, чем сама теорема. Иногда даже говорят, что это первый пункт теоремы о редукции, а это второй. Пусть теперь U и V это смежные вершины. Пусть теперь U и V это смежные вершины G. Тогда хроматический многочлен для нашего графа это разность хроматического многочлена G минус UV и PG UV в кружочке. Ну, что такое UV в кружочке, вы уже знаете. А вот это самое G минус UV – это граф, который получится из нашего удалением ребра UV. Граф, полученный из G удалением ребра UV. Следствие из теоремы о редукции, очевидно, получается из теоремы о редукции переносом вот этого слагаемого в левую часть. Понятно, что если вершины были смежные, то вот это наш исходный граф, это тот, который получился удалением ребра, ну, а это результат склейки вершин. Итак, коллеги, вот она теорема о редукции и рядышком следствие из нее. К этой теореме у меня есть небольшие претензии. Заключаются они в том, что уж больно все эти обозначения похожи. Да? Тут УВ в скобочках, тут УВ значит, в кружочке, тут минус УВ. Короче говоря, вот здесь приходится соблюдать некоторую сугубую аккуратность, чтобы не запутаться, кто на ком стоял. Моя практика показывает, что, к сожалению, придумать более удачное обозначение здесь сложно. Если заводить себе принципиально разное обозначение, то попытка привязать их к конкретной паре вершин, которая задает ребро, делает обозначение очень громоздким. Поэтому, коллеги, если вы лично для себя пользуетесь какими-то более удобными обозначениями, пожалуйста, я, как всегда, не против. Но мое традиционное пожелание – если вы собираетесь, ну, например, мне сдавать работу с какими-то обозначениями, отличными от моих, не забудьте, пожалуйста, написать, что у вас будет обозначать. Да? Нетривиальное обозначение можно использовать, почему нет, но тогда их обязательно нужно описывать. Хорошо. Итак, друзья мои, есть ли вопросы по формулировке теоремы о редукции и следствие из нее? Есть ли вопросы по формулировке теоремы о редукции и следствие из нее? Угу, Макс, спасибо. ТРРВДР, спасибо большое. Хорошо. В таком случае, сейчас мы с вами напишем, как выглядят хроматические многочлены для нескольких самых, ну, в некотором смысле, самых простых типов графов. А после этого, наконец перейдем к вопросу о том, а как, собственно, построить хроматический многочлен для произвольного графа. Ну, потому что пока то, что я рассказала, ну, в общем, не очень здорово отвечает, собственно, практически не отвечает на вопрос, а как, имея граф, построить по нему хроматический многочлен. Ну, не убиваться же об комбинаторику, перебирая все возможные правильные раскраски. Это совершенно нездоровая идея. Да, действительно нездоровая, но делать так, конечно же, не придется.
Итак, примеры хроматических многочленов. Я сейчас постараюсь сохранить формулировку теоремы хотя бы на какое-то время. Примеры хроматических многочленов. Значит, давайте мы будем для всех примеров считать, что перед нами граф, у которого n вершин. Ну, первый пример – это пример довольно очевидный. Самый простой способ организовать себе граф на n вершинах – это сделать просто n изолированных вершин. Понятно, какой будет хроматический многочлен у этого графа. Если все вершины изолированы, то есть ребер у них нет, ребер у графа нет, то окраски разных вершин никак между собой не связаны. Это означает, что вы первую вершину можете окрасить в любой из x цветов, и вторую тоже в любой из x, третью тоже в любой из x и так далее. Соответственно, хроматический многочлен для россыпи из n изолированных вершин, вот он, x в степени n. Обратите, пожалуйста, внимание. Во-первых, я обещала показать вам пример графа, для которого в хроматическом многочлене нет корня единичка. Вот он, пожалуйста. А во-вторых, рассуждение, которое я только что провела, то, которое объяснило, почему хроматический многочлен такой, оно же абсолютно комбинаторное, правда? Помните, в прошлом семестре мы с вами выясняли, сколько может быть чисел, ну, я не знаю, в системе счисления с основанием x, если разрешать ведущие нули. Вот это же то же самое рассуждение, правда? Первую вершину красим в любой из имеющихся цветов, и вторую, да еще независимо по этому произведению, и так далее. Вот эта вот история про интенсивное использование комбинаторики, вот она будет сейчас вокруг нас с вами просто витать. Ну и я, наверное, все-таки повторю свою просьбу. Пожалуйста, к следующей нашей встрече освежите в памяти то, что мы делали на комбинаторике. Ну или хотя бы конспект под рукой держите, чтобы нам с вами не очень много времени тратить на, собственно, комбинаторные идеи. Замечательно. Значит, давайте я напишу, что первый пример это было, значит, n изолированных вершин. Второй простой вариант – это цепь. V1, V2, V3, трын-трын-трын, Vn-1, Vn. Это значит цепь из n вершин. Коллеги, попробуйте, пожалуйста, сообразить, какой будет хроматический многочлен у графа, который имеет вид цепь на n вершинах. Тоже из комбинаторных соображений. Попробуйте, пожалуйста, придумать. Вот у нас есть цепь, вот так она устроена. Мы с вами хотим посчитать количество правильных раскрасок этого графа в x цветов. Давайте-ка соображать. В какое количество цветов можно покрасить первую вершину? Я хочу посчитать вместе с вами количество правильных раскрасок в x цветов. Правильная раскраска означает, что смежные вершины всегда имеют разные цвета. Итак, вот у меня есть самая левая вершина, я ее первой называю. Если у меня всего x цветов, сколько у меня есть способов покрасить первую вершину? Совершенно верно. Первую вершину я могу покрасить как угодно. А сколько у меня есть способов покрасить вторую вершину? Угу, да, ТРВДР, вы тоже правы. А вторую?
Никита совершенно верно, Дарья с ним согласна. Я могу покрасить вторую вершину в любой цвет, кроме первой. А следующую вершину, третью, какое количество цветов я могу покрасить? Никита пишет x минус 2, и это неправда. Макс пишет x, и он тоже неправ. Коллеги, давайте подумаем. Нам нужно, чтобы смежные вершины имели... Так, ТРРВД тоже пишет x, и тоже неправа. Давайте поймем, почему вы неправы. Посмотрите, пожалуйста, среди наших x цветов есть тот, в который покрашена вторая вершина. Мы с вами не имеем права покрасить третью вершину в тот же цвет, который красили вторую, правда? Во! Теперь и Макс Иксику, и Никита Галкин поняли, что действительно у нас с вами для третьей вершины сейчас разрешены все цвета, кроме одного, кроме того, в который вторая вершина покрашена. Да, поскольку мы окрашиваем линейным способом, то на момент окраски у каждой вершины всего один окрашенный сосед, за исключением первой вершины, у нее таких соседей было ноль. Соответственно, получается, что у каждой вершины, кроме первой, x минус 1 возможная раскраска. Итого, для цепи из n вершин мы с вами получаем вот такой хроматический многочлен. X на x минус 1 в степени n минус 1. Коллеги, понятно? Макс, спасибо. Дарья, спасибо. Вы решали такую задачу. Помните, в прошлом семестре у нас была задача про числа там, в системе исчислений с основанием n, где нам нужно было, чтобы не было двух подряд идущих цифр одинаковых. Помните, такая была? Это же та же самая задача. Ну, с поправкой на то, что здесь разрешены ведущие нули. А в остальном один в один та же самая комбинаторика. Хорошо. Значит, еще два типа, для которых я хочу сейчас выписать характеристический многочлен. После этого я сформулирую одну лемму, ее докажу, еще две или три дам вам в качестве упражнения, а остальное уже уйдет на следующий раз. Значит, если перед нами полный граф на n вершинах, вы помните, да, полный граф означает, что каждая вершина связана с каждой. Смежно, да? Связано – это плохое слово, потому что непонятно, ребром или путем связано. Это не точно. Смежно. Давайте поймем, как будет выглядеть хроматический многочлен для полного графа на n вершинах. В какое количество цветов из x имеющихся можно покрасить первую вершину? Какое количество цветов из их x имеющихся можно покрасить первую вершину? Да, Макс и Вы добро просто-таки моментально отвечают. Молодцы. А вторую? А вторую, да, с учетом того, да, вот Макс ответил до того, как я успела напомнить, что граф полный, совершенно верно. А третью? ФВ добро, вы совершенно правы. Поскольку каждый раз мы имеем дело с вершиной, смежной со всеми уже окрашенными, то нам придется выбирать какой-то новый цвет. Великолепно. Но ФВ добро, да, ответил на вопрос, который я коварно решила не задавать, хотя ответ совершенно верный. А теперь скажите мне, замечательно, у нас было всего n вершин. Первая, вторая, третья. В какое количество цветов я смогу покрасить последнюю, n-ную вершину? В какое количество цветов я смогу раскрасить последнюю в этом графе n-ную вершину? Первую в x, вторую в x минус 1, третью в x минус 2. И так далее, а n-ную
совершенно права. Единственное, что я бы, конечно, не стала раскрывать скобки, не потому, что это имеет какой-то великий смысл. Просто, чтобы привлечь внимание к тому, что первая вершина x минус 0, вторая x минус 1, ну и так далее. Соответственно, если мы с вами помним, что такое факториал, это выражение удобно представить вот в таком виде. Эту задачу вы тоже решали. Помните, мы с вами считали количество чисел в системе исчисления с основанием x, у которой должны были быть все цифры разные. Это та же самая задача. Замечательно. И последний в этом списке примеров тип графа. Пусть перед нами g – это просто цикл из n вершин. Значит, ой, коллеги, время у нас прижимает, и это прямо нехорошо. Давайте я тогда сразу напишу ответ. Доказательства комбинаторные вы можете построить сами, это несложно. Значит, для цикла на n вершинах хроматический многочлен имеет вот такой вид. Для цикла на n вершинах хроматический многочлен имеет вот такой вид. Итак, коллеги, мы с вами, помимо определений там, свойств каких-то теоремы о редукции, ну, почти обосновали, почти, потому что мы обсудили обоснование для трех утверждений из четырех, для четвертого вам это нужно будет сделать самим. Выписали хроматические многочлены для четырех стандартных типов графов. Ну, это, конечно, здорово. И, наверное, уже даже понятно, к чему примерно мы с вами клоним. Мы с вами клоним к тому, что при помощи теоремы о редукции и, возможно, комбинаторных, ну, вернее, и точно, поскольку я обещала, да, комбинаторных инструментов, мы будем сводить задачу о построении хроматического многочлена для произвольного графа к вот чему-то уже известному. Здесь есть проблема. Проблема заключается в том, что произвольный граф, а черт его знает, какую он там структуру имеет, может быть, очень даже сложно. То есть из теоремы и следствия более-менее понятно, что если граф почти полный, если в нем мало несмежных вершин, то имеет смысл пользоваться самой теоремой. А если граф далек от полного, если у него, наоборот, мало смежных вершин, то тогда имеет смысл пользоваться следствием. Ну, это такая количественная оценка, абсолютно тривиальная. Имеет смысл тянуть за тот хвост, от которого быстрее мы дойдем до результата. А вот как все-таки, как-то вот хочется эту редукцию не делать каждый раз заново. И такая возможность, конечно, есть. Значит, я сейчас сформулирую с вами, для вас, несколько лемм. Одну из них я докажу. Остальные я попрошу вас поупражняться в доказательстве дома. В следующий раз мы с вами сформулируем большие теоремы, которые будут обобщением этих лемм. Эти леммы выносятся отдельно именно для того, чтобы вы имели возможность немножко поупражняться. На самом деле можно было бы сразу грохнуть большую теорему. А после этого, собственно, на сегодня я вас отпущу. Ну и в следующий раз мы уже вплотную займемся применением всех этих премудростей. Итак, сейчас мы с вами будем формулировать леммы, которые позволят что-то говорить о хроматическом многочлене графа, устроенного специальным образом. Итак, лемма 1 будет устроена следующим образом. Если у нас есть какой-то граф Q, коллеги, обратите внимание, это не одна вершина. Q – это какой-то граф. Давайте я даже это напишу в сторонке. Какой-то граф. Да? Не одна вершина у меня такая расформленная. Так вот, если у меня есть граф, из которого торчит вот такой ус, то
хроматический многочлен, все известно в следующем смысле. Хроматический многочлен графа G – это будет произведение x минус единицы на хроматический многочлен графа Q. Хроматический многочлен вот такой конструкции с кусом будет произведением x минус единицы на хроматический многочлен графа Q. Вот эту лемму я сейчас докажу. Доказать ее можно двумя способами. Комбинаторно и с помощью теоремы о редукции. Вот это мы сейчас сделаем. Значит, доказательство первое – комбинаторное. PG от x – это количество правильных раскрасок всего графа. Количество раскрасок для графа Q – это PG от Q. А что можно рассказать про цвет вершины A? А про цвет вершины A можно сказать только одно. Он может быть любым, за исключением того цвета, в который покрашена вершина B. Соответственно, у нас с вами x минус 1 способ покрасить вершину А, так, чтобы она отличалась от вершины Б. Ну, и им всем соответствуют какие-то раскраски графа Q. Вот мы с вами привели комбинаторное доказательство вот этого равенства. Ну и доказательство второе. При помощи теоремы о редукции. Точнее следствие, поскольку А и Б смежные, значит, А и Б у нас смежные, это означает, что наш хроматический многочлен – это разность хроматического многочлена, который получится, если удалить ребро АБ, многочлена графа, который получится, если склеить А и Б. Давайте смотреть. Прежде всего, если оторвать А от Б, если удалить ребро АБ, что получится? Получится, значит, граф Q, в котором болтается вершина Б, и еще окажется отдельно болтающаяся вершина А. Да? Результат перекусывания ребра АБ вот такой. Ну что, мы с вами знаем, писали, да, что если у графа несколько компонент связанности, то его хроматический многочлен – это произведение многочленов для компонент. Для Q хроматический многочлен я обозначала PQ, да? А А – это одна изолированная вершина, вот я еще не стерла, чему будет равен соответствующий хроматический многочлен. А что, друзья мои, происходит здесь? Что будет, если я склею вершины А и Б? Что будет, если я склею вершины А и Б? Смотрите, пожалуйста. Как будет выглядеть граф, который получится из вот этого, с клейкой вершин А и Б. Совершенно верно, Никита. Это, собственно, будет снова граф Q. Да, единственное отличие, то, что вот здесь была вершина просто Б, теперь я буду называть ее АБ. А так это то же самое. Тот же самый граф ПК. Великолепно. Ну, останется вынести PQ за скобочку, и вот нам с вами PQ от x умножить на x минус 1. Коллеги, я бы не сказала, что здесь есть что-то сложное. Напротив, честно говоря, из тех лемм, которые мы должны формулировать, это одна из самых простых. Почему я доказываю именно ее? По очень простой причине. На этой простом примере
очень хорошо видно, что выбор комбинаторным способом действовать или использовать теорему о редукции, ну, скажем так, он диктуется тем, что вам сделать проще. Как показывают мои личные наблюдения, в простых случаях часто удобно пользоваться комбинаторикой, особенно если вы хорошо ее знаете, если вы ее любите. В сложных случаях комбинаторика – это смерть. Огромное количество вариантов, которые плохо укладываются в голове, это тяжело. Соответственно, в сложных случаях я настоятельно рекомендую теорему о редукции или следствие из нее. В простых, особенно пока вы не свыклись к схематическим многочленам, комбинаторика оказывается проще. Так, уважаемые коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу доказательства первой леммы? Есть ли какие-то вопросы по поводу доказательства первой леммы? Значит, если вопросов нет, то я сейчас сформулирую еще три леммы, и на этом мы на сегодня закончим. Угу. Макс, спасибо. Значит, соответственно, я сейчас сформулирую еще три леммы. Попрошу вас поупражняться в доказательстве этих лемм. Может быть, их вам уже доказывали. Ну, доказывали, значит, доказывали. Значит, ну, если нет, то вот я призываю всех, кто хочет не просто сдать этот курс и забыть его как страшный сон, позаниматься доказательством этих лемм. Это действительно очень сильно добавляет понимания и целостности вот этой картины. У курса теории графов есть довольно серьезная особенность, которая заключается в том, что вот в этом вот потоке новых определений, понятий и утверждений довольно легко утонуть. Ну и для того, чтобы оставлять у себя в голове более-менее цельную картину, вот такого рода упражнения делать очень полезно. Итак, лемма 2. Пусть у нас есть граф Q, а к нему привешено, ну, какое-нибудь дерево, неважно. Значит, вот про эту штуку известно, что оно дерево, и в этой самой висячей части S вершин. Тогда хроматический многочлен — это x минус 1 в степени S на P кутая от x. Лемма номер 3, предпоследняя в этой порции. Пусть у нас есть все тот же самый граф Q, а к нему за вершину привешен К3. Тогда хроматический многочлен — это PQ умножить на x минус 1 и умножить на x минус 2. Ну и лемма 4 в этом списке последняя. Если у нас есть какой-то граф Q, но к нему К3 привешен за ребро, посмотрите, пожалуйста, да, здесь у Q и трицикла К3 общая вершинка, а здесь общее ребро. Так вот, если мы оказались в такой ситуации, то соответствующий хроматический многочлен — это P кутая от X умножить на X минус 2. Значит, коллеги, я еще раз повторю на случай, если это как-то вот недостаточно четко прозвучало. Естественно, все эти леммы – это частные случаи больших содержательных теорем. И мы с вами в следующий раз, собственно, начнем с формулировок этих самых больших теорем. Говоря «большие», я имею в виду, что они накрывают большой спектр случаев. Это не значит, что у них длинные сложные формулировки. Сложность формулировок примерно такая же. А вот
масштаб того, что они охватывают, он, ну, пожалуй, вызывает уважение и даже где-то восхищение. Ну и, соответственно, в следующий раз я сформулирую эти теоремы уже в максимальной общности, вернее, в достаточно большой общности, все-таки, может быть, не в максимальной. Ну и после этого мы с вами наконец-то займемся, собственно, нахождением характеристического многочлена. Так, уважаемые коллеги, есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы, которые вы хотели бы обсудить сейчас? Макс, спасибо. Так, коллеги, еще какие-нибудь живые люди, которые готовы что-нибудь спросить, или наоборот порадовать меня тем, что на этом этапе все ясно, дальше нужно поразвлечься с лемами. Для неориентированного ребра транспонированное совпадает с ним самим. Ну, собственно, так же, как для симметричной матрицы. Не, Никит, ничего страшного, я так же, как и на обычной паре, готова отвечать не только на ваши вопросы по текущему материалу, так и здесь, так что вам совершенно не за что извиняться. Значит, еще раз, да, повторю, для неориентированного ребра транспонированное совпадает с ним самим. Не за что. Так, друзья мои, еще какие-нибудь вопросы? Макс, пожалуйста. Ну хорошо, тогда давайте заканчивать. Традиционно картинка для понятия настроения в конце эфира. Ну вот, ФВ Добро весело пожелал нам доброго утра в начале занятия. И раз так, то картинка будет немножко про утро. Коллеги, традиционно я еще какое-то время побуду в чате после завершения эфира. Ну и если появятся еще какие-то вопросы, которые вы захотите задать мне в письменном виде, это, как всегда, можно сделать. Всем спасибо, все герои, несмотря на тяжелую погоду. Всего доброго, счастливо!